В Ульяновск прибыл председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. И далеко не с рабочим визитом, поскольку у Сергея Николаевича начался отпуск. Однако сегодня утром он встретился с депутатами законодательного собрания, где обсудил итоги весенней сессии Совета Федерации. По инициативе ряда регионов, в том числе и Ульяновской области, был подготовлен целый пакет законов, ну, в частности, Ульяновская область участвовала, вы знаете об этом. Это и запрет о коллекторской деятельности, нашумевшему факту. Я по этому вопросу выступал в Совете Федерации, и мы направляли соответствующие письма. Это декриминализация алкоголя и так называемые фанфурики. Весеннюю сессию состоялось 15 заседаний Совета Федерации, в ходе которых было одобрено 3 конституционных и 285 федеральных законов. Они охватывают все основные направления деятельности государства и ключевые сферы жизни. Ключевая законодательная инициатива, которую вот мы в эту сессию, прошедшую апрельскую весеннюю сессию приняли, это, конечно, деятельность микрофинансовых организаций и коллекторская деятельность. Она не просто нашумела, она стала уже притчей во языцех по всей стране. Это просто чудовищные преступления в этой сфере. По словам Сергея Николаевича, в рамках сессии были подняты все ключевые проблемы, по которым были приняты соответствующие законопроекты. Анна Тищенко, Алексей Иванов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.